покажи, как собачку прихожуешь. Он стоит и молчит, ураган. Как только заходит, ему сразу надевает перчатки. И вот у него спокойное лицо, говорю, морда. Ураган, глянь маленько. Ну, о, как ты это все терпишь нас таких. Вот оно какое дело. Вот кто-то вот, маленько с дивана слезть. Так, ногу эту застряла. Вот все. О, ложись, сейчас он ляжет. Вот, ураган с нами едет в Благовестие. Это просто замечательно. За рулем сидит Игорь сейчас Третьяков. Вот, мы с Сергеем на заднем сиденье. Ну, тут сильный свет падает, не дает. А Николай, так, руководитель, впереди там сел рядом. Игорь там стажер за рулем. Вот наш ураган. Ночью он охраняет нас, нам никто не подойдет. Ну просто так. Вот он где. Поцарапаться надо что-то за ухом. Вот она как. И встанет мне морду на колени, положит, чтобы я его маленько почесал, поцарапал. Вот он где. Смотрите, на ногах у него перчатки, чтобы не повредить тут обшивку. О. Ну тут очень близко, трудно может быть снимать, да я и не умею. Вот. А сидит хозяин. Строжится над ним. Вот когда мы были в этом Слюдянке, мы доехали до Байкала, да, и Сережа не стал его уводить. А я говорю, я же ему обещал, что он напьется воды. Но я же ему обещал урагану-то. А то смеялись сколько. И правда. Да он полезет, его не удержишь, он начнет в воду четырьмя ногами, потом мокрый, ничего подобного. Все прошло нормально, замечаний нет. Вот он по... Ему два места, сзади четыре места, мы два занимаем, а два ему. Вот он развалится тут и лежит, потом встанет, перевернется, ляжет на спину, и вот эти ноги в перчатках поднимет кверху, и задние ноги раскинет. Вот это вот смешно и интересно. Вот он. Так это он, его насильно он так делает, а на самом-то деле он... Это все сам делает. Не-не. И это. Сережа, не получится. Отпусти его. Он похож сейчас как на барана на мясокомбинате. Вот он как. Ну все, Володя, прими аппаратуру. Держи. А вы выключили? Да, я дал. Я найду, снимай. Искрание мы